Неприятный сюрприз ожидал сегодня тех жителей Щелкова, которые ежедневно пользуются понтонным мостом через Клязьму. Все, кто сегодня попытался перейти реку по самой загруженной пешеходной переправе города, обнаружили, что моста на привычном месте просто нет. Проход огорожен, мост разбирают рабочие, а объявление на входе предлагает жителям искать другие маршруты обхода. Щелковцы в растерянности, никто о закрытии моста не предупреждал, и как теперь перебраться через реку, многие даже не подозревают. К середине дня районные чиновники все-таки смогли разобраться, кто и по какой причине разобрал пешеходную переправу. Демонтируется сегодня, потому что за него организация, которая его арендовала, имеет большие долги по платежам. Поэтому собственник моста принял решение после неоднократных уведомлений о его демонтаже. Привести старый мост в порядок своими силами районные чиновники не могут. Переправа находится в частной собственности, а это значит, что только ее владелец может решать, как и с какой скоростью ему проводить ремонтные работы. Ровным счетом, как и платить ему за аренду понтона или нет. Тем не менее, администрация уже пытается разобраться, как вернуть переправу на место. Руководством администрации, лично руководителем администрации Валовым Алексеем Васильевичем сейчас принимаются все меры по поиску антонова моста и его монтажу на прежнее место. Местные чиновники пообещали, что постараются разобраться с этой проблемой в кратчайшие сроки и впредь не допустят, чтобы такие важные стратегические объекты, как мост, попадали в частные руки. В результате того, что когда такие важные стратегические объекты появляются в частной собственности, это привело к данному случаю, когда пешеходный мост, соединяющий город Щелково через реку Клязьма оказался разобран.